На Богосяновской открылась пивная, там собиралась компания блатная. Там были девочки Маруся, Роза, Рая и ихний спутник Васька Щмороз. Походкой ровною под коми вейажёра являлся каждый вечер сам Перельманжёра. Махнув оркестру повелительно рукою, он говорил: одно свиное отбивное, две полудевки и один роскошный мальчик, который ездил побираться в город Нальчик и возвращался на машине марки Форда, и шил костюмы непременно, как у лорда. Но вот вошла в пивную Роза молдаванка, она была с собой прелестна, как лоханка. И с ней вошел ее всегдавошний попутчик и спутник жизни Васька Щмороз. Держа ее, как держит ручку от трамвая, он говорил ей: моя Роза дорогая, я вас прошу, нет, я вас просто умоляю, сплясать со мной мое последнее танго. Но тут анонщик пригласил ее на танец. Он был для нас тогда почти что иностранец. Он пригласил ее галантно очень и посмотрел на Щмороза, между прочим. А Щмороз сказал в изысканной манере: я бы вам советовал пришвартоваться к Вере, чтоб я в дальнейшем не обидел вашу маму, и отошел, поправив белую панаму. Красотка Роза танцевать же не хотела, она уже и с Васкою порадочным потела. Лишь улыбнулась ему красотка Роза и запылала морда Васьки Щмороза. Услышав реплику, маркер известный Моня, а в чью спину сломали ки в кафе Панконе, побочный сын кадрежийской тети Еси, известный бандерши в красавице Одессе. Он подошел к нему походкой пеликана, достав визитку из железного кармана. Я бы вам советовал, как говорят поэты, сберечь на память о себе свои портреты. Арончик-мальчик был натурой очень пылкий, он вдарил розочку по кумполу бутылкой, официанту засадили в ногу вилкой. На том закончилась салонная танго на Аргентину. Это было не похоже, и мы с приятелем там получили тоже. И из пивной нас выкидали сразу разом, и с шишкою на лбу, и с синяком под глазом. Когда мы все уже лежали на панели, Арончик все ж таки дополз до Розанели. Он ей сказал от страсти пламенея: ах, Роза, или вы не будете моей, я увезу тебя в свой город у Батуми. Ты будешь кушать там кишмиш, с рахат-лукуми,
и как цыпленка шахом я тебя одену. Захочешь спать, я сам тебя раздену. И я как собака буду беречь твое тело, чтоб даже сажешь на тебя же здесь не смело. Я буду в баню в год водить 4 раза, чтоб не пристала мой душа к тебе зараза. Я все богатства дам вылезти за это. А тут ты ходишь, извиняй, без браслета, без комбинета, без фельдекосовых чулочек. И как я только что заметил, без порточек. Но вот закрылась эта старая пивная, не собиралась эта компания блатная. Но где же девочки, Маруся, Роза, Рая, и ихний спутник Васька Шмаровой?